Друзья, мы купили билет до Тарсуса. Едем на комфортабельном поезде, трене. Стоимость проезда тоже сейчас я вам скажу. Вот каждый час она отъезжает, 8 часов. Подъезжаем к Тарсусу, и наша остановка, сейчас выходим. Здесь удобные такие эти стеллажи, и закрывается, даже туалет есть, полочки, очень удобно. Приехали в Тарсус на таком поезде Адана Мерсин. Очень хороший поезд и недорого, в принципе. Здесь приспособление для инвалидов тоже есть. Ну, посмотрим достопримечательности города. Вот этот Тарсус автовокзал для поезда, и как раз те, кто едут с Аданы до Тарсуса, потом от Тарсуса до Мерсина можно уехать. А раньше были вот такие поезда, музейный экспонат, да? Вот каких-то там 1900-х годах, наверное, был такой поезд. Перроны Ататюрк, 17 марта, музей. Специально поставили для истории. Вот тут и написано, что Ататюрк трены, поезд, локомотив номер 45004, 17 метров длину, да? Подъехали в парку. Да, здесь фонтанчики, аллея для прогулок. Площадка детская. Вот такой парк для детей. Качели. Такие горки. Тарсус относится к Мерсину.